Сегодня в рамках туристического форума путешествий прошла стратегическая сессия. В ней участвовал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Он рассказал, как на уникальной минеральной воде наш регион смог сделать, казалось бы, невозможное и стал туристическим регионом. Привел примеры, отметив, что каждый из проектов дополняет друг друга, а не конкурирует. И, конечно, рассказал о реализации инфраструктурных проектов Тюменской области, жемчужины Сибири, масштабного проекта «Долина реки Туры» в районе Ирбитского и Салаирского трактов, а также мастер-плана Тобольска. Хочется отметить, что у всех вызывает большой интерес наш проект. И вчера мы его вот как раз доложили на обходе вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Чернышенко. Пока мы не встречаем каких-то таких затруднений с части того, что мы точно понимаем, какой турпоток сегодня приходит в регион, и у нас катастрофически не хватает новой инфраструктуры, которая могла бы ответить на те вызовы, которые стоят для того, чтобы максимально привлечь еще большее количество туристов, но туристов с другим сегментом. Не обошлось и без проблематики. Уже ставят остро кадровый вопрос, кто же будет работать на туристических объектах, которые в скором времени будут открываться один за другим. Не исключено, что часть рабочих рук заменят роботы. Впереди еще 3 дня работы форума. Завтра состоится подписание соглашения между агентством туризма и продвижения Тюменской области и центром развития туризма Свердловской области.